17-летняя Билли Айлиш и 22-летняя Мэйси Уильямс стали лидерами рейтинга кибербезопасности в интернете. Поисковые запросы об этих знаменитостях могут заразить устройство пользователей вирусами. Билли Айлиш и Мэйси Уильямс вошли в пятерку звезд, при поиске которых можно попасть в кроличью нору. Именно так программисты называют место, откуда с невероятной скоростью на пользовательские гаджеты попадают вредоносные программы. Компания McAfee, которая занимается кибербезопасностью в сети, представила свой ежегодный рейтинг. На третьем и четвертом месте топа опасных звезд после находится британская теле- и радиоведущая Кэролайн Флэк и актер Джеймс Корден. Завершила пятерку лидеров певица Ники Минаж. Поисковые запросы об этой знаменитости также несут риск заражения гаджета вредоносными программами. В первой десятке также отметились Джош Берг, Миша Бартон, Сэм Смит, Дуа Липа и Лиам Хемсворт. Очень часто люди гонятся за искрометными заголовками и кликают на сомнительный контент, процитировал исследование М. Рейтинг гласит о падении популярности Ким Кардашьян. В прошлом году светская львица возглавляла топ опасных звезд, а в этом опустилась на 26-е место списка кибербезопасности в сети. Потребители должны думать, прежде чем щелкать на понравившуюся ссылку. Это нужно, чтобы защитить свое себя и свое устройство от внешних угроз, таких как кража личных данных, добавили в McAfee.